Их ловкости и гибкости могут позавидовать даже взрослые. Они с легкостью подлетают в воздух и показывают акробатические приемы. Молодые спортсмены – профессиональные чирлидеры. И на соревнования они приехали, чтобы показать свои умения. Значит, порядка 320 участников приехало к нам из различных городов. Это Дубна, Москва, Руза, Щелково и, конечно, наши химкинские чемпионы. Мы пришли их поддержать, поболеть. Ну и, конечно, пожелали всем хороших успехов, здоровья и благополучия. Яркие костюмы, помпоны и, конечно же, поддерживающие речевки. Все это незаменимые атрибуты болельщиц. Химкинские спортсменки готовились к соревнованиям несколько лет и теперь защищают честь городского округа. Конечно, мы сегодня большое внимание уделяем развитию дворового спорта, юношеского спорта, молодежного спорта. Вот, потому что мы знаем одно, спорт – это здоровье, это здоровый образ жизни. И самое главное, чтобы у нас дети были заняты, не просто бродили по улице. На соревнованиях собрались 380 участников со всей Московской области. Кроме чирлидеров, соревновались за звание лучших и танцоры. У нас очень много спортивных школ, секций, клубов и так далее. Ну, наверное, знаете, я вот горжусь, что я живу в Химках, и горжусь, что именно работаю в этом направлении. Соревнования прошли ФОК-юбилейные. Кроме чирлидеров, здесь также занимаются футболисты, хоккеисты и фехтовальщики.